Красочные действия по случаю одного из главных праздников католического мира прошли во многих странах. Самые яркие кадры мы обязательно вам покажем во второй части программы «Дождитесь». Кроме того, напомню, в этом году в Украине 25 декабря впервые объявлено выходным днем. Такое решение принял парламент, чтобы и украинские римо-католики смогли приобщиться к этому светлому празднику.